Олександр Абраменко, цьогорічний олімпійський чемпіон із фристайлу. У суперфіналі змагань спортсмен наважився виконати стрибок «Back full, full, double full», який до цього відточував тільки на тренуваннях. За свою майстерність на Олімпіаді у Пхьончхані Олександр здобув єдину золоту нагороду для української збірної. Доброго ранку! Ранкове тренування – основа гарного та позитивного початку дня. Сьогодні у рубриці «Спорту» з відомими та успішними особистостями Миколаєва будемо дізнаватися секрет бадьорого ранку від олімпійського чемпіона України з фристайлу Олександра Абраменка. Доброго ранку вам! Здравствуйте! Сьогодні я вам покажу, як я розмінаюсь перед своїми тренуваннями. Тому що розм'яті мишці – це важно, чтобы не получить травму на тренировках. Разминку мы будем проводить сверху вниз и таким образом разомнем все группы мышц, которые нам понадобятся на тренировке. Поэтому начнем мы с шеи. Каждое упражнение делаем по 3 повторения в одну или в другую сторону. Поэтому начнем с шеи. Делаем наклоны вперед, тянемся вниз. Также наклон назад. Делаем 3 раза вперед, 3 раза назад. Теперь делаем повороты головы вправо и влево. Начинаем с правой стороны, тоже по 3 раза. Теперь переходим к плечам. Делаем подъемы плечей вверх. И опускаем вниз, тянемся пальцами прямо к земле. И так 3 раза вверх и вниз. Следующее берем и помогаем себе тянуть плечо. Заводим руку за шею, рукой помогаем, тянем, потом локоть опускаем, прижимаем к себе. Так же самое с другой рукой. Тянем и локоть опускаем, прижимаем к себе. Теперь заводим руку одну за голову и тянемся. В конце делаем наклон влево. Так же самое, только с другой рукой. Теперь переходим к наклонам. Сначала ноги подсогнутые, просто опускаемся вниз, расслабляем все, плечи, голову, она висит просто. Потянулись, делаем полный присед, колени в стороны, руки за ступни. И делаем повороты корпуса с утяжением руки вверх. То есть встаем через согнутые колени. И делаем теперь наклон через прямые колени и ноги. Теперь делаем наклоны к полу. Наклоняемся к центру. Потянулись. Теперь к правой ноге. К левой ноге, обратно в центр и делаем повороты, поднимая руку вверх. По одному достаточно. Теперь также к правой ноге и тоже повороты. Теперь к левой ноге и другой рукой. Теперь поднимаемся на полусогнутые, упираемся руками в колени, разводим ноги, тянем и делаем повороты плечами, ну выпады плечами вперед, потянули, другим по 3 раза. Все, теперь в таком положении стараемся присесть как можно ниже. Данный комплекс позволяет разогреть мышцы перед основным набором упражнений.
Олександре, розкажіть трошки нашим глядачам, як починається ранок олімпійського чемпіона, о котрій годині, з чого, чи от постійно з таких тренувань? Ну, на самом деле, нету определенного графика, чтобы я там каждый день вставал в 8 утра стабильно, такого нету, потому что, когда есть у нас тренировки и соревнования, всегда график меняется, тренировки переносятся, поэтому подстраиваться и вырабатывать какой-то определенный системный график нет необходимости, и поэтому каждое утро я могу просыпаться по-разному, могу и в 8, и в 10, тем более, когда меняются часовые пояса, там вообще все сбивается, и просыпаешься, когда организм скажет «пора». Поэтому каждый раз по-разному, определенного ничего нету. А утро каждый начинается стабильно. Это встал и кофе. Кофе надо обязательно. То кава не только у нас, у всех кава – это найкращий заработок. Конечно, да. А если еще туда побольше сахара, так это уже сразу и сил прибавляє. Так, ви запам'ятали, як треба прокидатися. Добре. Ось сьогодні ми з вами потренувалися. Чи взагалі вперше для вас така роль тренера, от показувати тренування, розказувати? І чи хочете якось в майбутньому, можливо, після от, олімпійських ігор, чемпіонатів, присвятити себе тренуванням, тренувати малих дітей, от, навчати їх фристайлу? Уже не первый раз приходится показывать разминку. В данный момент я хожу по школам и показываю эту разминку детям, как я начинаю подготовку перед тренировками. Ну а насчет тренерской деятельности, если будут возможности в Украине, тогда почему бы нет? Я бы хотел бы передать свои знания другим спортсменам, чтобы они тоже завоевывали олимпийские медали. Нагадую, сьогодні займалися із олімпійським чемпіоном України з фристайлу Олександром Абраменко. Повторюйте вправи за нами і будьте завжди здорові та позитивні.